Хей, гей, с вами Шмики, мы продолжаем пройти ру под названием Hidden South Time. Окей, на чем мы вообще остановились? На сюжетке это точно помню. Это мы потом дойдем. Основной сюжет. Мы, кажется, А, нет, не Египет. Так, вестерн. Раз, два, три, четыре, пять. А, так у нас только вестерн остался. Ну, погнали, чё нам. Да, у нас только вестерн остался. Ну и потом викинги и... Да. Железнодорожная станция. Мой сапог где-то здесь. Одну чашечку кофе, пожалуйста. Скорее выбросьте из окна, пока не взорвается. Птица любит блестящее. Моя собака любит гулять с другими животными. Копия, лук и стрелы... Иду навстречу новым приключениям. Погодите, это не бык. У меня свидание намечается. Надену-ка я значок, чтобы произвести впечатление. Это не кормушка для птиц. Отстаньте. Окей. О. Кэшик, он там себе гребет. Так, раз. Немножко микрофончик сделаю так адекватно, чтобы было удобно. Так, любит гулять с другими животными. Это не бык. Значит, где-то здесь должен быть. Это як вообще-то, да. А где? А, подожди, тут он же может быть и внутри. Так, динамит. Так, стрелы. Динамит где-то должен быть либо в доме, или в чащах. Тихо! О, бля, я умер. О. Так, а где наши... А, подожди, я же могу приближать точно. Так, мне нужен динамит найти. Динамит? Я говорю, динамит по-любому. Скорее выбросьте из окна, пока не взорвался. Из окна, значит, где-то он должен быть в доме. Так, чаю, пожалуйста. Значит, это где-то... Где-то. Так, осталось найти золотой самородок. Цинь. Птицы любят блестящие. Птицы. Мой сапог где-то здесь. Интересно, кто это говорит за сапог? Где-то здесь. Это как бы... Очень... Может, это он говорит, мой сапог где-то здесь, и ходит, ищет. Но я лично пока что сапогов никаких не вижу. Мой сапог, сапог. Следующий уровень. Банк. Доступ только для персонала. Хранится в самом безопасном месте города. Бандиты подбираются ближе и ближе. Рыгает. Мне надо нарядиться перед выходом. Надо сорвать этот постер, пока по городу слухи не пошли. Надо найти способ забраться наверх. Тыкаться во что-то ножом — лучшее изобретение человечества после нарезанного хлеба. Кофе меня успокаивает, когда я играю в карты. Должно быть, владелец этого экипажа — интересный человек.
Так. Ну чё, поехали. Вверх раз. Постер. По-любому, значит, на доме должен быть. Так, разбойница. Постер. Так, надо переодеться. Нет, это не он. Так, секретное место. Так, это не он, потому что он не голый. Так, кофе, кофе, кофе. Подожди, не успокаивает кофе. Играй в карты. Так, банк. В банке должен быть замок. В самом месте. Так, так, так. Так, нужно найти ковбоя и мужика, который переодевается. Так, ножик и ковбой. Ой, индейца, ковбоя. Еноты полоскуны. Так, а вот здесь вот интересно. В смысле, там не видно, что он на коне? Манать. Так, тыкать во что-то ножом — лучшее изобретение человечества после нарезания хлеба. Где-то, значит, должен быть хлеб и... Да. Атака на тебя. Спасите эту даму в беде. С ножом против пистолета не выходит. Стреляй. Может, тогда они уйдут. Не давайте им мое золото. Кто-то так спешил убежать, что потерял вот это. Ну давай, подойди чуть поближе. Эта река глубока и полна сокровищ. Прошу вас, передайте моей жене эту звезду. Он грабит повозки, пока все паникуют. Успел, успел, я заметил тебя и успел. Ну, ружье, я же на ружье нажимаю. Ну, динамит. А, там сарафанчик должен быть. А, вон что здесь за... Понял. Так, в беде, значит, ее уже забрали в плен. Золото, значит, где-то в воде должно быть. Эта река глубока, и она наполнена золотом. Это капкан. Так, забрали в плен. Так, 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 так. Но самое тяжко будет, наверное, искать мне звезду. Он так бежал, что потерял ботинок. Угу. Звезда, я не знаю, где может быть. Стреляй, может, они тогда уйдут. Значит, где-то должно быть около чильков с оружием. Динамитная шашка. Скорее всего, где-то в первых рядах должно быть. Но я не вижу.
заметьте, что... А что? А не что? А ничего. С ножом против пистолета не выходит. Либо где-то здесь должен ножик и пистолет валяться. Динамит только здесь. Так, ножик. Ну вот, у них у всех оружие-то. Вот ножик еще есть. А, вот. Так, и динамит остался. С динамитом я вообще не понимаю, что мне делать. Стреляй! Может, тогда не уйдут. Ну кому это говорит? Ага, пистолет стоять. Да, пистолет. И все, да. Я не вижу. А пропускать я не хочу. Давайте. Вот. Динамит. Ну где? Здесь где-то должен быть. Все челики с оружием, они находятся на первых флангах. Ну фиг знает, честно. Короче, здесь нету, значит, где-то здесь нужно искать. Я говорю, где-то здесь все-таки. Вот, типа, стреляй. Значит, где-то здесь я надо искать. Потому что пистолет здесь есть. Ну, один фиг, типа, пистолет есть, но... Динамитные шашки нету. Фиг знает. Давайте я пока соло поищу. Вот, короче, шашка, где, оказывается, была спрятана. Так, а причем стреляй? Ну ладно. Western Town. Смеешь меня провоцировать? Это поединок скоро закончится. Этой карты в колоде не было, Шулер. Мне никогда не нужен был бы костер. Выпивка и верная банджо. О нет, кажется, я не понимаю обратного пути. А не помню обратного пути, а вокруг одни горы. Мама, не забудьте обед, который мы с сестрами для тебя приготовили. Проклятые воры.
Они сбежали в поля и унесли сокровища. Гробовщик всегда поет милую песенку вновь прибывшим. Наверное, он сбежал ночью. Но где же ключ? Никто не сомневался, что золотая лихорадка принесет плоды. По мне, ты вовсе не похож на корову. После всех усилий мне досталось очень жалкие сокровища. Так, сразу, как было сказано, расширяется зона. Ты не корова, значит где-то здесь там. Так, горы, в горах должен быть скорпион. Ой, что-то насморк. Лихорадка. Банджо. А не то банджо. Так, выпивка, где банджо? Приятель, где наша с тобою банджо? О, золото. Банджо. Так, это дуалист, типа? Нет, вот эти два дуалиста. Неверно, он сбежал ночью, но где же ключ? Ключ не знаю, замок я вижу. Вижу ключ. Хлебушек. Ну, я просто уже исследую, что еще не открывал. Подожди, а где банджо? Мне никто не нужен. Был бы костер, выпивка и... Верная банджо. Золотая лихорадка. Ух ты ж ее. Ну, ладно, тоже еще не очень большая, но что-то вот здесь нужно будет потом найти. Кажется, мы приближаемся к лагерю индейцев. Держите оружие наготове. Хочешь победить? Тогда лучше держать секретное оружие наготове. Помогает поддерживать боевой дух в лагере. Пора бандитам собрать свою добычу. И куда мне отсюда идти? Позже я вернусь за тобой, моя прелесть. А сейчас надо отдохнуть. Ребята, рано пить. Возвращаемся к работе. Так, раз. Моя прелесть, значит, где-то на водах должен быть. Странная насморк. Понимаю. Карты. Ничего. Золото. Ну, в принципе, все, что я смог найти, я нашел. Осталось только раздобыть. Так, подожди, что он там говорил у костра? Помогает поддерживать боевой дух в лагере. Короче, где-то в лагере. Кажется, мы приближаемся к лагерю. Индейцев, держите оружие наготове.
стоп, лагерь индейцев. И где? Я вообще лагеря, я вообще индейцев ни одного не вижу. Где-то меня обманывают. Кажется, мы приближаемся к лагерю индейцев. А какой лагерь? О чем они говорят? Вот это типа лагерь? Или вот это? Значок. Не понимаю. Ладно, давайте банши искать. О, вот. Нашел. Нашел. Native Village. Ух ты ж, ё-моё. Это уже очень здоровое. Они охраняют это как трофей, хоть и не сражались за него. Опасное место для яиц, зато для хищников как раз подходящее. Эту курицу не похожа на остальных. Она хочет посмотреть мир. Помогите мне, ребята. Они приближаются. Они сказали, что оставил сумку у большого кактуса. Да. Кажется, девочка удивил мой новый ловец снов. Ключ от банка. Мандин там его никогда не найти. Шляпа одинокого, но счастливого парня. Добро пожаловать, незнакомец. Будьте нашим гостем, и мы вам кое-что подарим. Не знаю, в чем дело, но мне кажется, что за мной следят. Никто не знает, почему сокровища все еще здесь. Важно поддерживать чистоту в лагере. Кажется, моя шляпа забыта у бассейна. Он слишком стеснительный и не подходит к коровам. Кажется, утенку убежать некуда. Его окружили. Лучшие троны для лучших вождей. Так, ладненько, давайте тогда начнем. Откуда, я даже не знаю, потому что здесь... Ого-го, какая карта. Давайте, наверное, с Яков-Рыбаков. Да? Для хищников сойдет. Кресло где-то здесь, скорее всего, будет. Так, венник. Так, ее заинтересовал ловец снов. Значит, где-то в промежутке между... Ох, ладно. Давайте как-то, я не знаю, как начнем так исследовать местность. Потом мне нужно где-то искать кактус. Кактус. Птичка. Так, здесь скелет. Ага. Шляпа и ХЗ. Яйца, курица. Так, рыбка, подожди, за мной следят. Курица путешественник мне нужна.
Яйцо путешественник. Так, веник надо найти. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, что мы еще не нашли? Эта курица не похожа на остальных, я курицы вообще не видел, по идее. О, шляпа. Я в этом еще участке не был. Так, тихо, вот курица. Кажется, девочек уди... Каких девочек? Ну ладно. Курица-путешественник, где-то должна быть здесь тогда. Хм. Эта курица не похожа на остальных. Black Chicken. Где Black Chicken? Black Chicken Matters. А, вот она. Добро пожаловать, незнакомец. Будь нашим гостем, и мы вам кое-что подарим. Ключ от банка. Важно поддерживать чистоту в лагере. Лагерей здесь много. И я не уверен, в каком будет. А, вот, нашел. А теперь мне нужно найти... Банк. Какой нахер банк? Здесь возможно. Вот тут я уже сомневаюсь, что я найду ключ. Ключ от банка. Бандитам его никогда не найти. Бандитам. Так, вот бандиты. Ну это по идее бандиты, так ведь? О, нашел. Добро пожаловать, незнакомец. Будь нашим гостем, и мы вам кое-что подарим. Так, это за тебя, да, говорят, гостем? Так, ну мне, в принципе, только этот нужно найти. Вот гость, нет. Тут, что ли, где-то ковбой? Ну, индеец. А, да, вот он. Ну что, вот и все. Мы с вами прошли это дело. Сюжетные режимы прошли с вами полностью. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!